местный Арбат. Шуры-муры, свежая выпечка, вкусные обеды. Зам-зам, вот есть, смотрите, котлета. Котлета хаус. Открыто. Бургер хаус, бургер не хочешь? Смотри, какой у них потолок там. Нет. Вот блин, блин есть. Давайте блинчик сильный покажу. Пойдем блинчик. Что еще тут есть? Сюда? Давайте. Так, там написано, чая, кофе нет, нет воды. Я не знаю, какой воды у них нету. Ну хорошо, а тут-то есть кофейник, вода. Вы сами-то подумайте. Если во всем городе не было воды, это просто у них, может быть, закончилась вода какая-нибудь. И пока не заменят, не будет чая, кофе. Чего вы тупите-то? Дальше что? Я кофе хочу. Короче говоря, Даня в любом случае хотел кофе. А мы боимся покупать, если нет воды. Какими руками тогда? Ну, кофе хочешь, вон кофейня. 85-8512. Пойдемте в кофейню. Все, мы дошли до конца, пойдемте в кофейню. Доехали туда, дойдем. Там, давай. Чтобы вернуться к суше, надо вернуться к машине. Как подойдем, там на углу будет вот это. Это центральная улица, Дунь. Дань, тут все в кафешках, в каких-то вещах. Ты даже внутрь не заходишь, ты смотришь на здание. Здесь везде старые здания, потому что это центр. Везде старые здания. Ну так, если ты не заходишь, как ты знаешь, что там происходит внутри? Я уже понимаю, как бы, все вот это. А ты мне там заходишь и посмотреть, что там. Банк? Ну, написано банк. Где ты видишь? Я не вижу. Вот там написано банк, а тут 1824 года. А, правда. Вот так. Красивый банк. Фигура кого? Ангела. А тут как городской, да, тоже? Красиво. Друзья, в общем, пока мы спорили, куда нам идти, Данька-то вообще хотела вот суши, пиццу, мы решили уже к ней идти. Пошли. Но, я говорю, Даня, загугли, правда, что вода есть или нет? Дали в Астрахани воду или нет? И вы представляете, он посмотрел новости последние, что воду перенесли, что дадут в 7:30 по их времени. С 4 перенесли на 7:30. Вот сейчас 7:30. Страшно идти, потому что кто там как готовил, кто там как руки мыл. Поэтому едем во Вкусвилл куда-нибудь, купим еду, пятерочку и домой. Надеемся, что воду дадут, ну, потому что это какое-то уже просто издевательство. С 9, 7:30 сутки, и воды нет. Уже сутки нет воды. Представляешь? Во всем городе, это, конечно, ужас. Ну, я не знаю. Для меня это очень некомфортно. Это очень недопустимо. Я не знаю. Это такая... Ну, не знаю. Короче, так нельзя делать. Отключай по 2 часа там. 2 часа в разных районах. Ну, на ночь ты можешь выключить. На ночь. Да. Ну, с 12 там до 7. Весь город сидел без воды. Ну, а ты взяешь малыши им. Надо памперсы мне что-нибудь там... Я не знаю. Это, ну... Так а что же такое, что нет жары у них? А жара была 35. Стоял летом. Короче говоря, ужас какой-то, потому что это безобразие. Я говорю, вот мы отдыхаем, но мы не очень отдыхаем. Мы сегодня вышли позже, потому что без воды все это делать очень неудобно. Надо помыться, надо что-то, там, чай попить. Все без воды это крайне неудобно. Какие-то там процедуры сделать водные. Че вот, я утром бы вообще, перед тем, как одеться, я бы там душ
быстренько приняла бы. Но просто все равно ночью жарко, потеешь там и так далее. Нет, пришлось так идти. Ну, в общем, как-то это, не знаю, мне вообще не нравится. Я уже даже не стала из-за этого же я не стала краситься по той причине, что, ну, а что ты накрасишься, а как потом смывать все это? А если вдруг что-то в глаз попало, это же я же не смою даже таким количеством воды. Правильно? Поэтому, ну, я говорю, все планы рушатся. Поесть нельзя, сходить, потому что боишься, как они там готовят без воды. И раздают все это. Не знаю. Действительно. Это не... Ну, это вообще некомфортно, скажи. В общем, мне это вообще не нравится. Да. Все-таки, извините, мы приехали отдыхать, и нас трое. Нам и в туалет надо ходить, и мыться, и все. Как так вообще? А вместо этого мы там друг другу руки поливаем. Я говорю, тарелки у нас стоят немытые. А что такое за реклама? Любит 24/7. Что это такое? Что они рекламируют? Не знаю. Люби 24/7. Вот это и рекламируют. One Love. Вот одна любовь, во-первых, не One Love, а One Love. Одна любовь, наверное, кондитерская. Кондитерская, наверное, круглосуточная. Но опять-таки же, а где она? Ее нету. Продуктовый рай какой-то, он закрытый. Так, можешь подержать? Просто красиво горит башенка. Я сейчас быстренько пристегну и заберу тебя. С собой. Фабрикант. На высоте ресторана. На высоте, вот мы были на высоте в Ялте, где нас не очень-то обслужили. На высоте тоже назывался. Ага. И нам все перепутали. Да ресторан-то есть. Даже рядом в старшем доме какой-то есть. Воды нет. Тут и KFC, пожалуйста. Вот кофе, вот тут тоже. Я понял, почему та кофейня не работала. Потому что воды нету, наверное. А, наверное, как они сделают, конечно. Да. Октябрьская. Лукойл у них тут по всему городу. Ну, вот там написано Лукойл. Лукойл, что, спонсор этого города? Сейчас плохо спонсируют. Воду не могут даже настроить. Или город спонсирует Лукойл. Да. Почему не знаю, но это же неспроста. Ой. Вот это да? Главное людей не обрызгать. ДОСААФ, школа патриотизма. Даже по набережной не поправились.
Ну так завтра будет день еще целый. Завтра ты что собираешься делать? Уже Кремль тут смотреть нечего, все. Ну завтра набережная, все. Набережная, еще что-то. Подъехали к домикам нашим. Сейчас во Вкусвилл зайдем. Что они любят? Все, one love. Смотри, здесь тоже one love. Ну, это как бы по-английски one love, одна любовь. А их почему-то пишут не по-английски, вот так, one love. Сыроварня. Озон, СДЭК, халяль мясо. Халяль мясо? Есть место, лужа. Лужу поставили. Так, смотрим. Место есть, но Сережа говорит, что там лужа. Там нет места.